На избирательном финише уже в это воскресенье по республике пройдут довыборы в Верховный и местные советы. В Бендерах будет открыто 9 участков для голосования. Бендеры готовятся к проведению дополнительных выборов в городской и Верховный советы, которые состоятся 1 октября. На участках уже установили кабинки для голосования, проводят организационные семинары для членов избирательных комиссий. Напомним, что выборы в Бендерах пройдут на 9 участках. Они расположены в центре города, в микрорайонах Кавказ, Ленинский и Северный. Всего в голосовании могут принять участие более 21 тысячи бендерчан. Выборы будут считаться состоявшимися, если на участке придет 25% избирателей. Я на выборы пойду, да, с мужем пойдем вместе. Будем голосовать за вот товарища. Все. А какая роль вообще депутата местного? Помогать людям, решать их проблемы. Мало ли какие проблемы по дому, к кому обращаться. Это ведь даже домком не решит, а депутат решит, он на уровне городского совета эти вопросы может решать. Это представитель той группы людей, которые его выбирают. Там участок или город, или представитель, или чтобы он выполнял их замечания, пожелания и другие там вопросы. Да я каждый раз скажу, конечно, пойду. Еще советская школа. Ходим все. На 2 места Верховный совет от Бендер – 3 претендента. На 4-м округе Ленинском зарегистрирован 1 кандидат в высший законодательный орган. По местным выборам такая же ситуация. На 22-м участке, на 27-м зарегистрировано 2 кандидата. На 26-м – 3 претендента на кресло в городском совете. Бороться за депутатские мандаты будут 3 предпринимателя, учитель, безработный и 2 управленца. В субботу начнется досрочное голосование на участках. Уже доставлены бюллетени. В обеспечении общественного порядка в ходе проведения выборов будет задействован личный состав Управления внутренних дел города Бендеры. Начиная с 17 часов пятницы под охрану взяты все избирательные участки, где сотрудники милиции будут нести службу круглосуточно. Непосредственно в день голосования охрана общественного порядка и общественной безопасности будет обеспечиваться милиционерами в усиленном режиме. Напомним, что в субботу наступит день тишины. Согласно закону, в этот день запрещена любая агитация, а также политическая реклама. Само голосование начнется 1 октября в 8 утра и завершится в 20:00. Юлия Звягинцева, Лариса Тарабина, Иван Зелинский, Юлия Жукова.